Вы знаете, что такое качество? Качество автомобиля. Нет, господа, это не Мерседес и не Лексусы. Это количество перевезенного груза и процент ломок. Так вот, в лучшем качестве в России работают не Мерседесы и не Лексусы. Есть такая машина, из лучших, естественно, которая нас выкатила и ездит и становится лучше. И эта машина «Газель» от «ГАЗа». И лучший продавец – это «Уралавто». Ну да, действительно, вы правильно говорите, что мы продаем автомобили не только, да, стандартные, мы также продаем автомобили доработанные. Вообще, модельный ряд автомобилей «ГАЗ» составляет более 2000 наименований. То есть автомобилей очень много, автомобили есть специализированные. Мы делаем автомобили именно индивидуальные для клиентов. То есть, опять же, наши клиенты, ну, как я считаю, не просто покупатели автомобилей, это наши партнеры, с которыми мы развиваемся, с которыми мы растем вместе. Есть компании, крупные перевозчики, крупные какие-то логистические компании, да, с которыми мы работаем на протяжении многих лет. А также есть предприниматели, которые вот только начинают свой бизнес и опять же приходят к нам, вместе сообщаем мы какой-то, ну, комплектуем автомобиль, изготавливаем индивидуальный автомобиль. Уже именно для бизнеса, для заработка денег. Представляете, сколько модификаций? База-то давно закончилась. Теплая российская кабина, газ, естественно. И, к слову, я выбираю лучший автомобиль для перевоза, чтобы люди сидели и отдыхали, а не жались друг к другу, как в Ларгусе. И вариант-то один – «Газель». Доверьте мне, я регулярно ремонтируюсь и вожу самые дешевые запчасти в городе. Все машины ломаются, идеалов нет. Но обеспечивая лучшую работу и дешевые запчасти, которые есть в любом месте России, да и плюсом изумительный полный привод, ну я не знаю, что может быть еще круче. К слову, как ремонтник среднего звена. Ну нет у меня подъемника, да и гаража тоже. Идеальный вариант это большой и, естественно, полный привод. Залазить можно везде, везде. Не тупя и не думая про эстакаду. И это тоже «Газель» от «Уралавто». Данный автомобиль «Газель Next» снабжен битопливным двигателем EvoTech объемом 2,7, 107 лошадиных сил. Обладает крутящим моментом 220 ньютон-метров. Очень тяговитый двигатель, специально предназначен для коммерческого использования. ГАЗ вписан в ПТС. То есть дополнительных каких-то проблем с регистрацией уже на данном автомобиле не будет. Имеет полукапотную компоновку, что позволяет габариты автомобиля лучше чувствовать, ну и запас прочности дополнительно также иметь. Автомобиль в базовой комплектации уже оборудован гидроусилителем руля, джойстиком переключения передач. Автомобиль может быть снабжен кондиционером. В базовом оснащении также есть электростеклоподъемники, центральный замок и аудиоподготовка. Также данный автомобиль снабжен системой ГАЗ Connect, которая позволяет отследить местонахождение автомобиля в любой точке России, ну, практически даже мира. Данный автомобиль представляет собой «Газель Фермер». Он дополнительно оборудован дополнительной дверью, что позволило обеспечить хороший доступ к задним сиденьям и разместить дополнительное место спереди. Также задние сиденья можно трансформировать в спальник таким вот образом. Автомобиль снабжен заводским газовым оборудованием, газовый баллон, объем газового баллона составляет 120 литров. В автосалоне представлены автомобили семейства «Газель Бизнес». То есть это автомобили хорошо известны нашим клиентам. Автомобили есть в разных модификациях. В данном случае это семиместный фургон цельнометаллический с большим пространством сзади. Также данные автомобили существуют с модификацией в полном приводе. То есть автомобиль полный привод подключаемый, где есть пониженная передача и блокировка заднего дифференциала. Наша компания очень плотно работает с компаниями-доработчиками из города Нижний Новгород, Москвы и другими доработчиками. Мы можем автомобиль стандартный либо удлинить, либо увеличить по размерам. То есть в данном случае мы можем показать вам «Газель Фермер» с удлиненной платформой 4 метра, вмещающей 15 кубов. Можно сделать и длиннее, то есть длину платформы увеличить еще на метр, она составит 5 метров.
Также есть модификации газелей трехместных 6-метровой платформы. Данный автомобиль – цельнометаллический фургон на базе «Газели Next». Автомобиль абсолютно новый, обладает новым кузовом, улучшенным, усиленным. Внутри все обшито уже с завода, на полу транспортная фанера. Автомобиль перевозит 14 кубических метров груза. В случае, если нужно будет перевести какой-то длинный груз, можно будет дополнительно открыть лючок и, соответственно, разместить груз, который необходим. Я прекрасно понимаю, что других машин такого качества вы вряд ли себе можете найти. Да, конечно, вы правы. Есть машины, может быть, и интереснее, но и ценник уже становится интереснее. То есть, соответственно, наша машина «Газель» – это, ну, прежде всего, цена-качество. Это тот автомобиль, который я приобретаю, да, то есть ранее мы их приобретали в Москве, сейчас мы переключились на «Уралавто» Магнитогорский, потому что ценник, в принципе, ну, они дали адекватный, то есть один в один, как в Москве. То есть последние машины мы уже оформляем, покупаем здесь. Ну и чем хороша эта машина, что у меня гараж есть, я загнал, в любой момент отремонтировал, все запчасти в наличии, в магазине, пришел, купил, поэтому... Вопрос возникает. Конечно, мне бы тоже что-то хотелось бы себе организовать, но не тот возраст и не в том количестве. Сколько у вас машин? Ну, порядка 50 машин. А обыкновенные «Газели», да? Ну или там есть еще немножко другие варианты, правильно? Нет, только «Газели». Только «Газели». То есть, а «Газели»? На какое расстояние вы возите машины свои? То есть, вот, допустим, если «Газелька» большая, длинная, на какое расстояние вы ее можете отправить? Ну, смотрите, основной маршрут у нас – это Урал-Москва. Uh-huh. Урал-Москва. Ну и в среднем я могу сказать, что в месяц у нас порядка 10 тысяч километров пробега идет по машине. То есть в год это более 100 тысяч километров. Вот, поэтому за ресурс «Газели», с которым мы выжимаем за 2-3 года, то есть у нас получается порядка 300, а то и выше 500 тысяч километров, которые, в принципе, машина, ну, готова пройти на сегодняшний день по нашим дорогам. Машина может пройти это расстояние без залаживания в двигатель, без ремонта? Только при квалифицированном персонале. То есть при квалифицированном персонале, который реально смотрит, который постоянно меняет масла. Ну, такие вещи тоже случаются, поверьте мне. Да. Самая проблема у нас с вот этими, с водителями. Хорошего-то сложно найти в действительности. Но если мы говорим, что это хороший водитель, который понимает, что эта машина его еще и кормит, который также за ней следит, который не ушибает ее, то есть, в принципе, никаких проблем не возникает. Ну, в принципе, да. 300 тысяч километров. Я на практике могу сказать, что машина может спокойно пройти. Ну, незначительные ремонты в любом случае будут, как и везде, как и на любой автомобиль, будь это японский, немецкий. Без разницы. Плюс, да, плюс расходники, это постоянно, это нужно понимать. Но 300 тысяч она спокойно, 100% должна пройти. Опять же, повторюсь, при нормальных водителях. Самое забавное, что мне понравилось, у нас, у меня, ну, в нашей конторе, естественно, тоже все покупали «Газели». Да. Но они были на бензине. Тогда еще. Это были «Газели» с кузовом. Ну, не просто стандартные «Газели», «Газель» с кузовом и вот такой же. Примерно сзади там было. Но хорошая «Газель» была, реально крутая. Нравилась она мне. И мы, естественно, ездили в Самару в том числе. Объясняю вопрос. Когда вы ездите на «Газели», что вам необходимо ехать? Вам необходимо ехать абсолютно спокойно, грамотно, без всяких тараканов и косяков. Вот. По одной простой причине, вы где ездите? Вы ездите по трассе. В принципе, можно и по городу ехать, тоже никаких проблем нет. В принципе, на этой машине я тоже могу ездить с категории «Б». Почему нет? То есть, в принципе, здесь 7 мест.
очень хороший автомобиль. Вот. Почему не надо быстро ездить? Сейчас объясняю ситуацию. Вы о чем говорите? Вот я обратите внимание, я вот сейчас еду на пятой передаче на дизеле. На дизеле я еду на пятой передаче, скорость 60 км в час. Двигатель 1000 с небольшим. Я еду спокойно, понимаете? Это пятая передача. Хватает реально на все. Хорошая машина. Машины, мы сейчас будем говорить, то есть, чем мне нравится компания Уралав, тем, что она продает изумительные машины вообще все. В данном случае, почему это «Газель»? Ну, давайте вспомним, что на «Газели» мы и выкатились, да? В принципе, «Газели» везде и всюду покупают. И Турция их покупает, да и везде. То есть, машины хорошие, грамотные. Самый грамотный вопрос, и для чего мы создаем и объясняем эту ситуацию. Давайте все-таки будем говорить о хорошем подходе к этому автомобилю. Не надо ее ухомыздывать, поверьте мне. Теперь мы говорим про ценники. Вы знаете, за 850 тысяч рублей было бы сейчас все нормально, я бы сейчас себе взял бы Соболька на полном приводе. И это было бы то, что доктор прописал. Потому что эти машины, особенно если мы будем говорить о внимательном и грамотном отношении, то есть они могут проехать и 20 лет. Вы должны понимать. То есть, когда началась у нас перестройка и вот вся чеботуха? 96-й год. 96-й год. Помните первые «Газели»? 2006 год. 10 лет. 2016 год. 20 лет. И вы знаете, еще и первые «Газели» хорошо ходят. Грамотно, грамотно к ним относиться. И тогда... Ну а почему нет? То есть, машины хорошие. Купить вы их себе можете легко. Покупать что-то новое, я не знаю, нужно ли оно вам. По одной простой причине, все остальные машины также производятся и делаются в России. И, естественно, и так же ломаются. Ну уж поверьте мне, Я как человек, который занимается этими машинами, вам скажу, что другого варианта нет. Все они ломаются. Так вот, мы вам будем говорить о машине, которая и ломается, и делается быстро. Потому что запасных частей на нее вагон и маленькая тележка. Вот такая она, хорошая «Газель». Где вы ее можете купить? Советская 32/1.